Печет Ярик воды! Стой! Это же... вкусная конфета. Ярик, ты что, как маленькие продукты перебираешь? Да нет, она мне просто по цвету не нравится. Ну ты даешь. А апельсинка нравится? Я апельсинка. Я такая противная и оранжевая. Я тебя съем. Сереж, прекрати. С апельсинами у меня все нормально. О, я придумал. А давай мы будем ломать твои страхи. Как это? Мы устроим челлендж. 24 часа еда одного цвета. Ну? Вот смотри. Тянем закрытыми глазами фломастеры из этой коробки. Тот цвет, который тебе выпадет, и будет твоим на 24 часа. О, у меня выпал коричневый. Круто. Коричневый – это супер. О, супер. У меня выпал красный. Малиновый джем. И что дальше? А дальше мы готовим друг для друга блюдо такого цвета, как мы вытащили. То есть ты мне приготовишь коричневое блюдо? Да, а ты их должен съесть или хотя бы попробовать. Я уже представляю, что ты мне приготовишь вкусного и коричневого. Ну все по-честному. Я готовлю блюдо для тебя, а ты для меня. А что будет, если я не съем или не попробую, что ты приготовил? Значит, проиграл. Но судя по тому, как ты перебираешь продуктами, ты точно продуешь. И не мечтай. Давай так. Кто продует, тот месяц домашку будет делать за победителя. Круто! По рукам! Ну что ж, ты первый. Я тебе уступаю. Неси свое блюдо. Бойся проиграть. Красная рыбка и малиновый джем. Красная рыба так себе, а малиновый джем я люблю. Не спеши. Фу. А вот теперь блюдо готово. Ты что, серьезно? Рыба с джемом? А что, и то красное. Все равно в желудке светится. Я так и знал. Сдался сразу. Смотри и учись. Ой, дружище, дай салфетку, выплюнешь? Попробуй вкус проигрыша. Ни за что. Неси свое блюдо. Шоколадка и бургер. Пока не все выглядит круто, но есть одно но. Ух ты! Я смотрю, ты молодец, приготовил все вкусное. Не то, что я. Ну да. Только коричневая тут, только котлетка и шоколадка. Сейчас. Зачем ты их соединил? Это я тебе бутерброд приготовил. Ты же знаешь, я не умею готовить. Ну ты и жук, хитрый. Сдавайся, мою домашку ты с легкостью выполнишь. Тем более ты это уже проходил. Ни за что. Один-один. Моя очередь.
ягодного сока будет маловато. Дали еще вишневого? Нет, этого тоже маловато. Добавлю острые аджики. А вот теперь все супер. А что так слабо? Всего лишь томатный сок. Не-а, плюс вишневый и острая аджика твоей бабули. Острая аджика? Это нехорошо. Советую тебе отказаться сразу. Нет уж, к аджике своей бабули я приучен. Фу, да, я тебя недооценил, мужик. Моя очередь, готовься. Соевый соус, он не осилит. Класс. А лучше ничего не мог придумать. Это же обычный чай. Стой, это же соевый соус. Ха, ну тут ты проиграл. С чего это? Я свой напиток выпил весь, а ты только попробовал. Уговор был попробовать или съесть, поэтому 2-2. Ладно, неси свое блюдо. Ну, хитрый, сейчас ты у меня попляшешь. Острый перец подан. Фу, а это уже нехорошо. И я старался. Выбрал самый красный и самый острый. Я ненавижу перец. Ой, да ты просто откажись и не ешь. Уроки у меня не сложные. Я так и знал, что ты продуешь. Печет ярик воды! Неудачник, перепутал и купил сладкий перец. Печет. Вот, возьми. Я заработал 1 очко. Теперь мое блюдо. Все это ничего. Черный хлеб, печень, трески. Но все это я полью шоколадным топпингом. Черный хлеб с паштетом? Класс! Считай, что я выиграл. А это что? Во-первых, это не паштет. Это печень трески. А во-вторых, шоколадный топпинг для украшения. Фу, зачем ты это сделал? А что, слабо? Признай, что сдался. Ой, да это же всего лишь шоколадный топпинг. Легкотня. Ах так, подожди. Я кое-что забыл. Ириска. А вот теперь ешь. Напугал меня сгущенкой. Да, 3-3. Молодец. Ну ладно, неси свое блюдо. Ой, что случилось? Ой, бутерброд, по-моему, был лишний. Я отлучусь. Thank you.
кажется, это тоже переел. Ребята, никогда так не делайте. Кушайте вкусные и полезные продукты. Ну, а я побежал. But it will still be there. No, they don't pick us up. Instead, they knock us down.